Вам не кажется, что отдых просто обязан быть на высоте? Если ты поднялся на 2000 метров над уровнем моря. Да и как упустить такую красоту, если сама природа создает такие невероятные декорации? Вы смотрите программу «Топ Левел» на «Атамикен Бизнес». С вами Асель Аккасова, и мы начинаем. Пересчитать все плюсы активного зимнего отдыха не хватит и пальцев. Это и полезно, модно, престижно, а самое главное – весело. Больше того, вся эта невероятная красота совсем рядом. Никаких многочасовых перелетов и трудностей перевода. Все здесь, дома, в родном Казахстане. А дома, как говорится, и стены помогают. Но обо всем по порядку. Итак, горнолыжный курорт Чимбулак находится в ущелье Заилийского Алатау. В одном из самых живописных мест нашей страны. На высоте 2260 метров над уровнем моря. Его называют и второй Швейцарией, и казахстанским Куршевелем. А популярность этого места растет ежегодно в геометрической прогрессии. И если все это вы уже знаете и без нас, то вот вам еще несколько интересных фактов. Это ущелье лыжники облюбовали еще в конце 40-х. А в 1954-м Чимбулак начнет работать как горнолыжная спортивная база. Здесь идеальный для спуска длинный естественный склон с разнообразным рельефом сочетается с уникальным составом снега, который обеспечивает лучшее скольжение и сцепление. В этом месте 360 солнечных дней в году. Погода на курорте совершенно отличается от той, что можно наблюдать в городе. 30% гостей этого курорта – иностранцы. Причем география стран, представители которых все чаще отдают предпочтение казахстанским горам, довольно широка. И приезжают сюда даже оттуда, где есть и свои горы, и свои лыжные трассы. Что касается безопасности, то здесь есть все необходимое, включая лыжные полицейские патрули, спасателей и экспертов по лавинной опасности. И последнее. Список развлечений далеко выходит за рамки зимнего отдыха. В ущелье есть чем заняться круглый год. Летом здесь предлагают отправиться в конные прогулки, совершить восхождение в горы или экскурсию на вертолете. А полеты на параплане считаются одним из самых захватывающих приключений. Что касается гастрономических удовольствий, то здесь работает 14 точек общественного питания самой разнообразной кухни. Но наиболее колоритным местом по праву считается юрта, которая стоит особняком на высоте 3200 метров. В ней можно отведать традиционные блюда казахской кухни, приготовленные на открытом огне, а также насладиться захватывающим видом горных вершин и проникнуться атмосферой быта кочевого народа. Кстати, пока я собиралась с духом, чтобы все-таки встать на лыжи и наблюдала за теми, кто с этим уже прекрасно справляется, кое-кого встретила. Знакомьтесь, Олжас Альжанов, начинающий актер, спортсмен и просто приятный парень. Привет! Привет! Как настроение? Отлично, как у тебя? Отлично. Наблюдала, как ты супер просто катаешься. Давно на лыжах? Спасибо большое. Ну, где-то уже 5-й год катаюсь на лыжах. Угу. Ну, как можно сказать, профессионально. Ты занимаешься таким видом спорта так для здоровья или для профессии больше? Честно, спорт это у меня с детства. Я не представляю свою жизнь вообще без спорта. И я быстро усваиваю, там, быстро обучаюсь. И лыжи тоже так же. Первый раз меня научила девушка. Серьезно? Да, да. Юля ее зовут. Подняла меня наверх, вот прям комбо 2. Все там снаряжение. Я стою, давай вниз. Ты чего, ужасно так? Один раз живем. Тем более ты мужчина, давай, ты должен. И вот так на ура спустился и научился. Сложно вообще заниматься таким спортом? Лыжным спортом? Да. Ну, честно, кому как. Например, я за один день научился. Некоторые, которые там месяц приходят, не могут научиться. Есть кто быстро обучается. Давай поговорим о твоей творческой деятельности. Чем ты сейчас занимаешься, на каких проектах? Сейчас вот в 2019 году мы закончили все проекты, вот последний Кок-парк.
А сейчас, как все знаете, у многих творческих людей январь, февраль, такой больше такой, да. Затишье, да? Каникулы, да. Сейчас мы как бы больше отдыхаем, как бы больше своим творчеством занимаемся. Я желаю тебе творческих успехов. Спасибо. Я желаю тебе успехов в спортивном, да, плане, чтобы все у тебя получалось, чтобы мы тебя видели во многих интересных проектах. Между тем, на территории курорта работает самая крупная в Казахстане горнолыжная школа. Существует она с 1995 года и создана благодаря нескольким лыжникам-энтузиастам. Сейчас в ней больше 70 квалифицированных преподавателей, большая часть которых – мастера спорта или кандидаты. За сезон школа горных лыж и сноуборда проводит около 10 тысяч занятий для 15 тысяч учеников совершенно разного возраста. При этом самым маленьким райдерам здесь от 3 лет, а самому старшему ученику – больше 70. Согласитесь, это очень мотивирует. Прежде чем встать на лыжи, нужна обязательно профессиональная экипировка. Конечно, есть и те, кто приезжает сюда и со своим снаряжением. Но мы сейчас поговорим об экипировке на время. Приветствую, Азамат. Приветствуем. Как здесь много всего, поможете разобраться? Добро пожаловать к нам в отдел проката. Давайте я вам помогу. Что вы хотели сначала выбрать? Что самое необходимое для новичка? Самое необходимое для новичка, это, то есть, смотрите, нужно будет подобрать комплект лыж, то есть это в это входит лыжи, палки, ботинки. И, конечно же, для вашей безопасности обязательно должен быть шлем. Это у нас минимальный комплект. Азамат, я сегодня решила первый раз встать на лыжи. Поможете мне подобрать правильную экипировку? С радостью поможем вам. То есть, смотрите, в первую очередь нам нужно уточнить ваш рост, вес и размер ботинок. Отлично, приступим. Давайте. Вот смотрите. Здесь у нас лыжи. Мы выбираем вам лыжи под ваш рост. Так. То есть стандартная вставка должна быть примерно подбородком. Угу. Вот эти лыжи примерно под ваш рост. Теперь вам, нам нужно уточнить ваш размер ботинок и, конечно, выбрать вам ботинки. После того, как мы подобрали под ваш рост лыжи и ботинки, нам нужно теперь настроить ваши ботинки к вашим лыжам. Здесь у нас есть специальная нумерация. Вот, допустим, здесь 288. Находим 288 и настраиваем. После того, как мы настроили вам ботинки, нам нужно их подрегулировать под ваш вес. После того, как отрегулировали ваши лыжи, они готовы к катанию. Шлем – это тоже одно из самых не менее важных, конечно, для вашей же безопасности. Отлично. Теперь у нас следующий момент – это лыжные костюмы. Если у вас нет лыжных костюмов, можете приобрести тоже так же здесь у нас. Лыжные костюмы подбираются по размерам. Так, вот это курточка. И здесь комбинезон. У нас есть специальные гардеробы, где вы можете одеть, примерить их и посмотреть по размерам, как они вам подошли или нет. Ладно, давайте примерим. Ну что, Азамат, я одела на себя костюм. Угу. Теперь мне самое главное, поможете с обувью. Да, конечно. После того, как вы переоделись, вам нужно будет одеть ваши ботинки. Так. И ботинки одеваются, когда вы одеваете, нужно начинать снизу вверх. А когда снимаете, нужно начинать сверху вниз. Так будет удобнее. Натягиваем потихоньку. То есть вы должны чувствовать. Сначала просто затянули, потом начинаем уже через каждый зубчик затягивать. Я чувствую себя космонавтом. Интересно, сколько это весит? После того, как вы переоделись, одели ботинки, и вы готовы к катаниям, мы вот, ваши лыжи готовы. И вот я вам подобрал под ваш рост ваши лыжные палочки. Примерьте их. Когда вы держите, ваша рука должна стоять ровно под 90 градусов. Да, правильно. Вот это под ваш рост. Теперь идем, берем вот эти лыжные палочки. Ваши лыжи уже готовы к катаниям. Приятного вам катания. Спасибо.
Пожалуйста. Забегая вперед, скажу, что после такой нагрузки, как буквально, так и фигурально, очень нужен отдых, особенно для ног. Немного успокаивает, что после всех этих испытаний я натяну на себя свои уютные и теплые уги. Кстати, в горах легкая и теплая обувь – это просто must-have. Строго говоря, то, что мы называем угами, это обувь из овчины под брендом UGG. Ее главная особенность – превосходная терморегуляция. Они подходят и для морозов, и для жары. Зимой они прекрасно удерживают тепло, а летом позволяют ноге дышать. Торговая марка UGG, между прочим, принадлежит американской компании Deckers Outdoor Corporation. Но справедливости ради отмечу, что стиль таких сапог пришел все-таки из Австралии. Больше чем 100 лет назад в этой стране подобные сапоги использовались работниками сельского хозяйства. Особенно ее любили пастухи. Во-первых, у них всегда было сырье для изготовления обуви из овчины, а во-вторых, на холодных пастбищах такие сапоги были им просто необходимы. Чуть позже такими сапогами начали активно пользоваться летчики во времена Второй мировой войны. Им нужна была удобная легкая обувь, которая при этом хорошо сохраняла тепло на большой высоте. Затем их облюбовали виндсерферы, которым после катания на волнах так приятно было надевать на берегу теплую обувь. Кстати, изобретатель той самой модели, к которой мы с вами привыкли, именно серфингист. Шейн Стедман разработал эти сапоги специально для себя, чтобы согреваться после нескольких часов, проведенных в холодной воде. Однако вся слава досталась другому серфингисту. В 1978 году Брайан Смит взял чемодан с несколькими парами австралийских сапог и отправился в США. Он начал продавать их в Нью-Йорке и Калифорнии. Обувь сразу же завоевала любовь спортсменов и голливудских звезд. Тогда Смит открыл компанию UGG Australia в США. А в 1995 году американская корпорация Deckers Outdoor купила компанию Смита за 15 миллионов долларов. В начале 2000-х сапоги UGG стали модной сенсацией и культурным феноменом. Произошло это во многом благодаря известной американской телеведущей Опре Уинфри. Она сделала невероятную рекламу UGG, закупив эту обувь всей своей съемочной группе и включив их в список своих самых любимых вещей, которые она ежегодно озвучивала на своем шоу целых 5 раз. Вскоре в объективы камер папарацци в этой обуви стали попадаться все новые и новые звезды кино, поп-сцены и даже топ-модели. В переводе с английского «акс» или «ugly boots» означает «уродливые страшные ботинки». Несмотря на странный вид, любовь к ним по всему миру разрослась как эпидемия. Красоту победило удобство. Сегодня бренд UGG считается элитной маркой не только обуви, но и одежды и аксессуаров. Марка производит ботинки, сандалии, туфли, шлепанцы, трикотажные изделия, верхнюю одежду и сумки. Огромная популярность сапог из овчины привела к тому, что сегодня продукцию этой фирмы подделывают чаще всего. И, похоже, в ближайшее время эта ситуация не изменится. Уги пока не собираются сдавать своих позиций. Ну что, я в полной боевой готовности. Иду навстречу к скорости и адреналину. Но, конечно, не одна, а в сопровождении настоящего спортсмена и джентльмена. Ставить меня на лыжи будет профессиональный инструктор. Знакомьтесь, Артём. Скажите, пожалуйста, можно ли после одного урока уже встать на лыжи и смело кататься? Можно за один урок освоить базовые навыки горных лыж и уже кататься на самых простых трассах. А как же перебороть страх? Только катаясь, только практикуясь, только так можно перебороть. Ну, наверняка есть какой-то секрет все же, когда ты первый раз встаешь на лыжи, и перед тобой задача прокатиться. Нужно наслаждаться атмосферой, потому что горы – это то место, где нужно получать энергию. И как раз это то место, где вы можете насытиться и отдохнуть по полной. Давайте тогда не будем терять время, а попробуем прокатиться. Давайте. Легче всего, если вы, во-первых, разминаетесь перед катанием, перед тренировкой. Здесь у нас учебный склон, где мы учим стоять,
И первые скольжения мы здесь делаем. Первое, что вам нужно знать, вы должны упираться голенью на язычки ботинок вперед. То есть встали ровненько. Ага. И чуть вперед навалились на ботиночки. А-а-а. Почувствуйте, что они вас держат. Чувствуете? Да, чувствую, что держат. Хорошо, коленочки чуть согнулись вперед. Угу. Все, вот это наша базовая стойка. Ручки расправили, угу. Спинку немножко округлили. Округлили. А, округлили. Округлили, да. То есть мы не должны как струнки стоять. Угу. Вот, это базовая стойка. Из нее мы уже можем попробовать и толкнуться, и сделать остановку. А-а-а. Всегда смотрим туда, куда мы едем. Угу. Обязательно не на лыжи. Так. Упор в язычки ботинок. Палочки можете пока перед собой вот так поставить, придерживайтесь. Угу. Почувствуйте, что вы на ботиночках стоите. Так, видите, какой угол наклона у моих ног? Угу. Толкнулись. Чуть присели. Я готова прокатиться вот с этой вот горочки. Да, до лыжной трассы, даже до любительского уровня мне еще далеко. Но все начинается с малого. Я обязательно еще сюда вернусь и возьму высоту покруче. Ну, как минимум, попробую. Что, мы едем? Можно я вначале так лучше ноги поставлю куда-то? Я качусь. Подождите. Вот такой вот получился у меня спуск. Это, конечно, круто. Не знаю, что ощущают те другие лыжники, которые катаются на красных или черных полосах. Остается добавить, что это место всегда считалось и будет считаться одним из главных символов прекрасного Алматы. И, между прочим, за прошлый сезон посещаемость курорта превысила отметку в 400 тысяч человек. Из них пеших посетителей было 202 тысячи человек, а катающихся – почти 219 тысяч. Кстати, в этом году на курорте планируют увеличить количество посетителей до 650 тысяч человек. И еще, за прошлый сезон число перевезенных по канатной дороге людей сопоставимо всему населению города Алматы. А это почти 2 миллиона. Насладиться завораживающим сказочным видом может каждый, даже тот, кто никогда не встанет на лыжи. Вы только обратите внимание, какая красота! Умейте правильно отдыхать, друзья, ведь это все находится в Казахстане. С вами была Асель Акасова, вы смотрели программу «Топ Левел». До скорого!